Мы с ребятами задумали плов. Есть казан, есть очаг, куча дров. Мы огонь под казаном разведем. Тихо-тихо, потихоньку начнем. Разогрелся, раскалился казан. Растопилась, зашкварчала думба. За начало мы нальем по 100 грамм. С луком, солью на закуску джиза. За начало мы нальем по 100 грамм. С луком, солью на закуску джиза. Начался процесс, вот масло дымит. Брошу лука и обжарю слегка. Вот баранина за луком спешит. До румяной корки жарим бока. Вот пошел процесс не остановить. И морковочку нарезал Равшан. По 5 капель за морковь, так и быть. И морковка полетела в казан. По 5 капель за морковь, так и быть. И морковка полетела в казан. А затем нальем немного воды. Я на хат еще вчера замочил. Соль, чеснок, шафран, щепоточку взрыв. Вроде все, я ничего не забыл. Все, что в казане сейчас в серверах. Пусть кипит, она потихоньку кипит. Да и Витька вон нарезал салат. Это грех салатом мне закусить. Да и Витька вон нарезал салат. Это грех салатом мне закусить. Отойдем на полчаса, посидим. Посмеемся, погрустим, может быть. И застолье я покину один, чтобы начатый процесс завершить. Заложу я рис в казан, а затем буду гладить, как ребенка его. И не спрашивай, что как, да зачем. Свой секрет вам не раскроет никто. Плотно крышка на 15 минут. Потомится рис на малом огне. Заждались уже все, слюнки текут. Толик рюмку подонесет лично мне. Заждались уже все, слюнки текут. Толик рюмку подонесет лично мне. Долгожданный миг открою казан. Пловный пар меня обдаст, обалдеть. Все перемешаю и налягам. Кушать подано, прошу, можно есть.